Девочки, всем привет. О, Лёша едет. Я еду на дачу. Времени. Блин, половина восьмого. Вы представляете? Дубак такой вообще. Я уже по дачному одета. Все, Лёша приехал. Сейчас он с вами поздоровается. Привет. И все, девочки, увидимся на даче. Девочки, мы на даче. Холодно, голодно. Я включила здесь обогреватель. Закрыла ту дверь, потому что там вообще на улице теплее, чем, короче, в этом, как его называют, в доме. У меня нос замерз. Обошла владение и вернулась обратно, потому что трава сырая. Я переобулась, я приехала в сланцах. Ну, я уехала в сланцах и приехала. Сейчас ботинки обула. Одела куртку, как бомж. Это у меня Вера брала куртку, блин, и облила ее вином. И вернула мне ее. Ну, блин, понятно, что она не видела ночью. Ну, а мне, чтобы быстро согреться, мне нужно было одеть эту куртку. Я-то потом ее переодену на кофту, потому что она, если я буду полоть все-таки, она будет задирать мне футболку. Ну, у меня спина будет голая. Слушайте, хочу сейчас чай попить. Стол я вытерла. Руки вытерла. Правда, я воду ходила, набирала из колодца. Ну, облила руки. Просто водой, потому что, ну, знаете, как делается? Открывается здесь окно, провод в розетку, и уже, ну, набирается вода, да? И поэтому шланг уже тек, поэтому пока не делаем, мы будем этот менять насос, он слабенький. Вот, я хочу попить чай. Я из дома взяла, не знаю, что, девочки, взяла, потому что бегом-бегом брала, ну, что-то взяла. Вот. Хлебцы, масло сливочное, причем он даже не думал таять. Один сухарик у меня здесь есть, ну, обычный вот сухарик. Вафля, это вообще Федина, но она уже давно-давно лежит, почему-то он ее не ест. Сыр, кусочек ливерной колбасы. Позавчера я покупала, я захотела. Алёша вчера покупал вот такой вот кусочек мяса. Блин, я хлеб не взяла, девчонки, представляете? Вот такой вот кусочек мяса. Это свинина, корейка, по-моему. То есть он покупал побольше. Ну вот что в холодильнике было, то взяла. Здесь у меня еще яйца есть. Больше, по-моему, ничего и нет. И... Здрасте. Слушайте, яйца есть? А пробки мы выключали. Холодильник не работал. Но я их поджарю. Наверное, не испортились. Но в магните они лежат при такой же температуре. Здесь жарко-то не бывает сейчас. Ладно, это я тогда с яйцами пожарю. Придет, наверное, ко мне подруга сегодня, Вера, потому что у нее неделя каникул, не каникул. Короче говоря, я не знаю, можно это говорить или нельзя. Она поменяла работу, сейчас работает на другой работе, и у нее сегодня была ночная ревизия. Вот, она должна была часа в 4, в 5 приехать домой. Сейчас наверняка спит. А что хотела сказать? У нее сегодня день рождения. Сегодня 7 октября. А вы знаете, что я вообще сюда приехала? Потому что у нас сегодня отключают электроэнергию с 12 до 6. И я думаю, ну и смысл мне сидеть дома с 12 до 6? Блин, если отключат электроэнергию, я лучше приеду здесь, посижу в холоде. А дома, девочки, так тепло, так хорошо. Ладно, сейчас мы с вами попьем чай. Так что тоже наливайте себе чаек, кофеек. Я, кстати, не помню, рассказывала вам или не рассказывала. Мы как-то недели, может, 3 назад заезжали в этот. Сейчас я налью, просто у меня здесь стоит чайник на розетке, ну, прям в розетке, без поддона. Ну, короче, его, он не снимается отсюда. Поэтому там у меня будет чайная зона, потом, когда там будет полочка, ну, в общем, все организуем. Вот. Недели, наверное, 3 назад мы ходили в Тополь. Что-то там надо было, не помню чего. Ну, не суть. И Федя, Макдональдс, короче, бургер. Зашли, народу было немного. Так все как-то, блин, по-дурацкому. Все какая-то, как столовая, я не знаю. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что я пила кофе, девочки. С таким удовольствием выпила кофе. А, не буду врать, то ли латте, то ли капучино. В общем, я на Лёша мне взял на свое усмотрение. В общем, с таким удовольствием. Я же кофе не пью, а тут я прям очень-очень-очень захотела.
У меня вообще Макдональдс ассоциируется там с кофе. И вот бургер небольшой съела. Вот, Арсений не ел бургер. Он не хотел. Он выпил яблочный сок. Так, сахар. Блин, заменителя-то здесь нету. Я сахар не пью. Вот, фу, как он сок, не ем. Вот, а заменитель, да. Вот сейчас многие, наверное, напишут по поводу этого заменителя. Кстати, я показывала, наверное, да? Вот в такой вот штуке у меня организован. Тут три стаканчика стоят. Организованы ложки, вилки, поварёшки, в общем, все дела. Очень удобно. И пыль не попадает. Обычно это в шкафу все стоит, но здесь стул, чтобы его постоянно не двигать. Сейчас стоит это сверху на рабочей поверхности. Так, и сколько сахара мне надо? Нисколько, одну. И то не целую. Вот. Что я сейчас буду есть? Я сейчас сделаю себе два вот таких бутербродика с маслом и сыром. Вот, Витю видела, Витя только что приехал. Тоже он, наверное, ну, а он работает... Слушайте, он вообще тоже вахтовым методом работает. И не знаю. Месяц работает точно. Месяц отдыхает, что ли? В общем, как-то так, наверное. Так что вот, девочки, не знаю. Сейчас я чай попью. Пойдем с вами посмотрим, что там вообще нужно делать. Ой! Когда пасмурно, а еще как бы пасмурно. Я вот вижу, что там просветы есть какие-то. Вообще сегодня, на сегодня дождь обещали. Но вчера вечером смотрю, хоп, дождь уже не обещаю. Думаю, ну как хорошо. Как раз поеду в этот, на дачу. Не знаю, хочу я что-то делать или не хочу. Пока не хочу. Девочки, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за теплые слова. По поводу того, что я тут все сделала. Вот захотела, типа сделала. Девчонки, у меня желание-то вообще, в принципе, практически всегда есть. Но возможностей нет. Временных. Но это не суть. А практически всегда. И вообще желание у меня всегда есть, но я не всегда хочу. Вот. Желание и хотение — это разные вещи. И что я хотела сказать? Ну, вы прям писали. Мне так приятно. Ну, на самом деле, понятно, что я делала для себя. Я просто снимала. Я ставила камеру, снимала. И не для контента, а именно для того, что нужно делать. Настало время, что нужно делать. Вот. Это первое. Второе. Девочки, на канале 45 тысяч человек. Уже 45, 100... Не помню сколько. Я же обещала конкурс. Давайте, знаете, как мы с вами поступим? Смотрите, пишите в комментариях, кто бы себе что хотел. Пишите «участвую» и, допустим, комплект постельного белья. Ну, понятно, что призом будет ивановский текстиль. Ну, как бы, это нелогично было бы, если бы я не в Иваново жила, да? Но раз я в Иваново живу, это, блин, это логичнее не может быть, правильно? Вот, пишите, значит, «участвую» и что хотите. И мы, сегодня какой день? Среда. Да, получается, вы это видео будете смотреть в четверг. Ну, наверное, в пятницу или, может быть, в понедельник. Я посмотрю, как по времени получится. В прямом эфире разыграем. То есть, допустим, вы хотите комплект постельного белья. Или, допустим, кто-то хочет плед или какую-нибудь там ночнушку. Ну, это я условно говорю, да? Кто что хотел бы. И потом с победителем я свяжусь, и победитель сам лично выберет, к примеру, на Васильке. Ну, давайте, на Васильке. Можете даже сейчас зайти в Василек и посмотреть для себя что-нибудь интересное. Вот. И то, что вы хотите, то вы и получите. То есть победитель. Победитель будет только один. По России, девочки. Вот когда у меня будет 50 тысяч подписчиков, я обещала, что победителя будет 3 и по всему миру. Считай, короче... Короче, я погорячилась, мне кажется. Ну, девочки, да, если я обещала, значит, я сделаю. Вот, давайте вот так вот поступим, потому что, ну, блин, а я забыла. Думаю, 45 тысяч, а потом вчера вечером вспомнила. Вот, говорю, надо обязательно, я же обещала девочкам. Так что вот так что. Ладно, что, буду пить чай, много я с вами болтаю. Но, с другой стороны, сейчас буду делать что-нибудь. Я на голодный желудок вообще не могу делать ничего, честное слово вам говорю. И не могу, и не хочу, и вообще. Даже если кому-то вот легче, да, делать на голодный желудок, мне нет. Мне пусть будет тяжело, но я буду сыта. Так что вот так что. Вот, Вера спит, Вера придет. Ну, она придет. Только я не знаю, когда она проснется. Будить я ее точно не буду. А нам еще, знаете, что нужно сделать в этот раз? Покрасить... Вот эту часть забора, которая с нашей стороны, еще в один слой. Потому что все-таки калитка и ворота потемнее.
Поэтому нужно покрасить. А я... Ну, краску купили. Вот. Что еще вам рассказать? Я даже не знаю, если честно. Знаю только, что у меня сейчас выйдет обзор текстилики. Это значит, по-моему, на 10 утра я поставила. Девчонки, не помню. То ли на 11, то ли на 10. Вот скажите мне. Как так? Просто я ночью ставила. Еще думала, какое время поставить. Ну, что поставила, то поставила. Правильно? Так что вот. А, напишите, девочки, чем вы завтракаете. Вообще, в принципе, экономное меню будет. Будет экономное меню. Я уже себе список накидала. Он сейчас вот дача закончится. Я говорила, да, дети в саду, ну для кого готовить? А вот дача закончится, суббота-воскресенье мы будем дома. И поэтому все будет. Девочки, все будет хорошо. Непременно. Все будет офигенно. Да, да, девочки. Кто бы посмотрел, кто послушал. Я знаю, с кем разговариваю, девчонки. Ну, блин. Скажут соседи, хотя соседей никого нету. Потому что понятно, что больных на голову уже нет. Да нет, больных-то много на голову. Но я имею в виду, что дачный сезон. Ну, не у всех же он еще закончится. У нас до конца октября будет электричество. Мы в этом году, вот, мы уже сдали за следующий год 3000. Я не знаю, это, конечно, Вера сказала, правда это или неправда, что, типа, это я не знаю. Что, типа, если в этом году 3000 сдать, в следующем году будет 4000 вообще, в принципе. Ну, планирую сделать 4. И кто сдаст в этом году, то так 3 останется. Но мы вообще не из этих соображений сдали, а из тех, что вот в октябре был свет, да, до конца, ну, месяца. Вот, и знаете, что я сейчас заметила? У меня висок болит, а это кислород, обогреватель сжигает. Поэтому я сейчас быстро... Я его сейчас выключу. Да, я его сейчас выключу. А потом он быстро нагревается. Потом я приду и попью. Ой, фу, блин. Ку-ку. Попью. Ну, если я замерзну, я погреюсь. Вот. Я главное, чтобы дверь не открывать. Вода чистая. Вода чистая. Она не была закрыта до конца, то есть она не задохнулась, а сегодня что? Ну, в воскресенье я ее наливала как раз на случай того, что если я приеду. А если неделю она стоит, то я ее не использую. Так что, девочки, дорогие мои, за ваше здоровье. Если кто-то вечером смотрит, простите. Можно было его и не это, не разбавлять, представляете? Быстро остыл. Девочки, это очень вкусно. Ну, именно чтобы масло было. А без масла не так вкусно. Постригла все ногти под корень. Посмотрю, что сегодня будет. А потому что там чистить было бесполезно. Угу. Прям, если я летом смотрела в окно здесь, красиво было. Цветы цвели. А сейчас... А еще Леша на колодец положил клеенку, доски, камни. Камень. Сейчас, девочки, я же со штативом могу себе это позволить. Видите? Немножко кривовато вам показываю, ну, видите, да? Ой, ой, простите, простите, девочки, землетрясение. Ладно, буду завтракать. Встретимся с вами позже. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Девочки, экстренное включение. Сейчас стою такая, ем. И слышу кто-то. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Ну как бы бегает. Стучит. Я так испугалась. Ну всяких вот этих вот крыс, мышей, наверное, уже нет. Они же, наверное, уже ушли куда-нибудь. И это все было по крыше. Ну, потом я поняла, что это по крыше. Висок болит. И вот так вот в окно вот просто глянула. Штук 5, наверное, или 6 сорок. Представляете? Это они по крыше. Потом летать здесь начали. А я их видела, помните, я вам показывала много-много-много.
Вообще много-много, короче, там, когда мы гуляли по дачам, девчонки, сердце в пятки ушло. Я думаю, а сначала мне вообще показалось, да не, мне не показалось, по крыльцу, вот тут вот, на улице, там же деревянные поддоны, а потом по потолку. Ой, блин, я думаю, то ли выбегать отсюда, потому что то ли они в доме, то ли что делать вообще, и кто это? Девочки, пишите, кто боится. Я же не одна такая. Вера вот не боится ничего. Она смелая, ей пофигу. А я нет, я боюсь. Ладно. Это я еще только девочки, представляете? Я только один бутер съела. Так у меня чуть поперек горла все не встало, представляете? Вообще. А там это еще кукла в воду лежит возле качелей. Да. Ладно, все, девочки. Спасибо, что были со мной. Что поддержали меня. Ну что, девочки, выходим, что ли? Выходим, наблюдаем картину маслом. Вот таким маслом наблюдаем картину. Время 9 утра. Подоехали. Собака. Вер, не давай. Ну это, ну зачем? Он сейчас порвет, мальчишки играют с ним. Именинница пришла. В 4 утра приехала, всем ее Рокси подняла. Сейчас она эту детскую площадку-то, блин, с корнями вырвет. Пишите, что собака невоспитанная. Кинолог приходит, воспитывает собаку. Собаке 4 месяца. 5 вчера было. Ой, блин, простите. 5 вчера было. Так что она еще, блин, она еще малыш. Щеночек. Сейчас, блин. Рокси! Ой, закрутилась. Ой. Нет! Нет, Рокси! Нет, нет, не успела. Не успела. Я прям, ну, не прикоснулась даже ко мне. Я успела отбежать. Я за телефон переживала, а не за себя. О, ее надо вот на это дерево одеть, да? Здесь у меня клумба, на секундочку, Вера. Ой, блин. Такой волкодав вообще, да, девочки? Ну, сейчас, короче, я с Верой немножко поболтаю. И сейчас у нас здесь было доброе утро. Миша проснулся. Миша, это вот по диагонали там. Музыку включил. Сначала был гороскоп. Я всех послушала. Вера, тебе нужно на жизнь смотреть с другой стороны. Шире! А Вера Весы, я Скорпион. А себя я не расслышала толком ничего, ни одного слова. Они как это, как будто жевали что-то. Про все близнецы главное. Вам нужно активно провести день, заниматься делами, что-то. Я думаю, блин, прям про меня. Но про себя я ничего не услышала. Пошли к Вер, ну... Пошли к Вере. Дай... Ну, я дойду сейчас до нее. Пойду. Лопату возьму. Маленькую. Цветы пересаживать надо. А Вера поедет Рокси ошейник покупать. Строгий. Короче говоря. У нас люди, это, соседи посадили очень много, я не знаю, яблонь, деревьев. Короче, здесь будет ботанический сад. Ну, прямо здесь вообще нет грядок, а сплошные кругом деревья. Это сейчас, вот они это посадили, вот это посадили. Не близко ли? А, это не посадили, это спилили. Вообще она играть хочет. А Вера не хочет, потому что это не ее собака. Она ее только воспитывает. Вера ей говорит, пойдем, Рокси, где Оксана? И Рокси в мою сторону. Ага. Вера, ты же ее через месяц не удержишь. Тебе надо гири к ногам привязать. Здесь она будет умнее. Гири к ногам привязать, гантели. Нет, а я шлейку куплю. Она будет уже не за шею, а... И что? Вот так будем ходить. А шлейку ты себе купишь? Нет, я. Девочки, Вера урожай собирает, смотрите. Урожай моркови, а я возьму... Когда?
посажены в июле. Вот, а я возьму две тыковки. Вот они уже расти, наверное, не будут. У нее здесь вот еще одна есть. Мне сегодня Федя с утра спрашивает: мам, а у него был скрипыш тыква. Мам говорит: когда у нас будет тыква? Я говорю: мы не сажали. Я говорю: в следующем году посадим. Но я на самом деле хочу посадить. Есть я ее не хочу, но посадить я ее хочу. Только один куст сажаю, все. Вот. Ну, два. Я просто хочу, чтобы вился. Ну, короче, у меня там идея своя есть. Она ее к столбу привязала. И она, представляете, я смотрю, она прям поводок развязывает, представляете? Вот, так я что говорю? Я говорю: Федь, не будет тыквы. А вот, представляете, мысли материально, вот я ему тыкву. Ну, надо руксы. А? Руксы отдать вот эти, она любит морковь. Два патиссончика же у меня. Ой, говорю, один патиссончик и будет две тыковки. Вот, осенний декор. Декор. Вот я думаю, вот мне вот это еще приглянулось. Вер, я ее еще сору. Выбирай на мелочение. Вот это вот. Если мама впаривает эту тыкву, я говорю: мам, что мне с ней сделать? Тоже красивенько, да? В следующем году пораньше морковку-то посадили. А у нее здесь вот, это вся морковка. Да я не так ее часто посадила. Ну, понятно. Ну, в следующем году, может, и я в морковку посажу. Морковку, ну, как бы, Арсений любит погрызть, Федя не любит. Арсений любит. И вот тут у нее еще кабачок. Кстати, девочки, нам надо с вами сварить варенье из кабачков. Да-да-да. Рокси, я тебе тоже дам. Запоминай, что я тебя кормлю. Да ладно. Хрустим-хрустим. Сидеть. Давай, дай-ка. А, иди, кролик, на морковке погрызи. Так, девочки, пришла я к себе. У Веры посидела минут 40, погрелась. На самом деле у меня аж прям, знаете, что плечи свело от холода. У нее площадь большая, деревьев нет, и получается сильный ветер. Прямо сильно замерзла. Сидела, она зачарованных смотрит, представляете? А там одна за одной серия идут. Я даже одну серию вспомнила, что я ее тоже когда-то смотрела. А я по второму кругу, видите, начал что-то делать, не могу смотреть одно и то же. Ну, если я один раз посмотрела, кроме вот этих фильмов, которые наши родные, дорогие фильмы. Вот. Пришла сейчас домой, налила чай, чай попила. Потому что все-таки мне прямо надо было попить. А звонит Леша, говорит: давай я с тобой заеду, заберу тебя. Оттуда. Я говорю: а что такое? Там недалеко... Как ее зовут? Аэропорт. Я говорю: а что такое? Говорю: ты не работаешь, что ли? Ну, там у них что-то сыро, сейчас начинается, короче. Они же в коттедже, там отопления нет, и, короче, начинается, что долго сохнет. И на какой-то там объект они еще поехали. Ну, говорит, короче, сегодня день непонятно какой будет, поэтому, скорее всего, работать не буду. Я говорю: не надо за мной заезжать, Вера тут хочет что-то замутить. Ну, ей просто тошно, ей скучно, и, короче, она хочет, не знаю, что-то хочет. Вот, я ничего не хочу, если честно. И в итоге я говорю: ну, давай ты, говорю, вечером приедешь, с детьми уже приедешь, может, Вера торт купит, и мы чай попьем и поедем домой. А я хоть что-то поделаю, ну, раз уж я приехала, блин, стало ни свет, ни заря. Вот, он говорит: ну, ладно, и заодно он тоже отдохнет. Друг от друга отдохнем, он поспит немножко, поэтому нормально. Девочки, я не знаю, с чего начинать. Ну, точнее, как бы знаю, с чего-то надо начинать, но мне прямо страшно, понимаете? Вы слышите, как гудит. Вот, и как прогноз погоды обещал, там солнышко сквозь тучки, так и есть. Где там? Гудит, гудит. Сейчас кое-что покажу и отвечу на пару комментариев. Кстати, вышел, значит, обзор текстилики. Все мне пишите про кофту, что кофта мне идет, слушайте, под лицо всю к лицу. Спасибо большое, прям я не ожидала, реально, один только. Штук, наверное, 20 комментариев, что кофта мне подходит по цвету, и один только, что нет, синяя была бы лучше. Ну, синяя, я согласна, что была бы, но она бы не то, что даже лучше была, она была бы потемнее, ну, как-то бы, ну, в общем... А я так и не перепроверила, кстати, это мой косяк или не мой косяк. Ладно. Везде присутствует человеческий фактор. Давайте, девочки, не знаю. Блин, бассейн надо помыть. Но мне так не хочется в воде копаться. То ли все равно мы в субботу приедем. Пусть Леша его помоет. Ну, теплее-то уже не будет, понимаете, в чем дело. Не знаю, сейчас посмотрим.
А Вера говорит, поехали со мной в ленту, поехали со мной в ленту. А зато я тебе потом помогу цветы пересадить. Я говорю, я не поеду. Она, мне скучно одной. Я говорю, зато одной быстрее. Она, там акции, распродажи. Я говорю, мне сейчас ничего не надо. Нет, не поехала. Так что вот. Это я все, блин, девчонки, оттягиваю момент. Витя, наверное, думает, вот чеканутая, с телефоном разговаривает. В общем, девочки, смотрим, да? Смотрим, что здесь происходит. Вам, наверное, ничего не понятно. Да, в общем, мне это все понятно. Это базилик. Здесь огурцы, причем какие-то даже там есть. Это грядка с зеленью. Но зато я буду понимать, что мне нужно, что мне не нужно. Там кабачки, картошка, бассейн. И сейчас мы, знаете, куда с вами сходим? Мне написали про малину. Розочки цветут, видели? Вот Лёша укрыл колодец. Ну, на следующий год, конечно, будем делать. Конечно, я надеюсь. Вот. Сейчас, девочки, чтобы не сломать розочку. Вот эта вот роза, она, видите, какая плетистая, наверное, да? У соседей такая же. Я сначала думала ее обрезать и на зиму закрывать, но они никогда не закрывают. Вот она у них там. Видите, под палкой. Ну, где палка как раз белая вот эта вот. Ой, так некрасиво сейчас все, да? Ну, знаете что, извините. Машинки, машинки. Потому что резко темнеет. Мальчишки же до последнего здесь играют. Вот смотрите, куда иду. Во-первых, вот это место Лёше очень не нравится. Я согласна. Потому что когда он сидит вот там, он сидит у стеной, спиной к стене сарая. И ему не нравится вот это место. Что здесь? Вот это у нас компостная яма, которая деревянная. Вот это вот у нас все, это малина. Вот сухие ветки нужно здесь обрезать. Я каждый год этим занимаюсь, сухие обрезаю, а свежие подрезаю, покороче делаю. И видите, я их ровненько привязываю вот этими синими штуками. И все нормально. То есть здесь уже сухие, на сухих расти ничего не будет, а свежие это на этих ветках как раз будет малина в следующем году. Вот это жасмин. Мы из-за сарая его сами притащили. Ну, Леша притащил. И посадили. Ему не нравится, что он так разросся. Его надо, ну, поменьше сделать, чтобы он не был такой вот прям такой раскидистый. И вот здесь еще сирень разрослась. Так, сейчас, это тоже ветки малины. Видите, вот эту, ой, неправильно я вам показываю. Вот сирень. А там белая сирень, где Вера сажала. Я надеюсь, что она не примется, потому что это она очень близко посадила. В общем, надо что-то с этим жасмином делать, со всеми этими делами, потому что ему не нравится. Вот это, конечно, косить надо. Кстати, вот я не знаю, откуда это. А, это, наверное, знаете что? Не знаю, что. Зола, может. Сырые листья были и... Не знаю, даже трогать не буду. Но вот этим я хочу заняться, когда? В выходной. Здесь все обрезать, все нормально сделать. И вот здесь вот малины, по сути, много. Реально здесь девчонки много. Ну, как много? Больше, чем... Вот мне написали, как так можно, у вас же дети, малину вырубать. Здесь, девочки, 10 веточек максимум малины, и она не на солнце. Да, здесь ягоды тоже были, ну, штук 20 максимум. И плюс новые пошли. Поэтому ее так и казалось, что ее много. Вот я ее всю обрезала, мы так и не убрали. Лучше сухие убирать, собирать, чем сырые. Поэтому она здесь совершенно не нужна. Она не должна под деревьями быть посреди участка. Она же разрастается. Так что вот. И цветет. Цветет косточка. Такая вот. Ну чего? Чего? Папоротники. Я с ними ничего обычно не делаю, не обрезаю. А весной уже обрезаю, когда они... Ну, они сами себя накрывают. И пионы также. Ну и на зиму, соответственно, не пропадают. Лимонник, смотрите, какой облезлый. Да? Кошмар. Вот. Яблок, кстати, вообще практически не осталось. А все опали? Осыпались? Осыпались. Ну, что-то там еще есть, вот, если Вера хотела маме собрать, сорвать. Так что вот. Ну, и вот эти цветы надо оттуда все убрать. Потому что пока я помню, что это. Я сегодня, знаете, туда подошла такая, смотрю и думаю, хм, что это? Что вот это? А вспомнила потом, что это вербенник. А так бы забыла. Ну, понимаете? Останется здесь вот эта гортензия, и останутся два вот этих кустика. А вот это все, все. И, ну, ничего не будет. Вот лопату взяла у Веры. Не знаю зачем, но взяла. Ой, ну что, девочки. Надо начинать. Вера уже звонит, как я сейчас к тебе приду. Я уже приехала. Я говорю, я еще ничего не сделала. Она говорит, я сейчас все равно приду. Я говорю, так ты приходи, ты тут ничего. Вы же группой поддержки.
вооружилась инструментами. Так, что мне здесь надо? Пока, наверное, ничего. Ай, блин, ведро не взяла. Ладно, буду траву в это ведро, чтобы лишний раз не ходить. Up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. I don't need my phone, I know how to
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on наблюдать за мной. И она сказала: давай я тебе помогу, чтобы это быстрее было. И быстрее пойдем ко мне. Девочки. Спросила ее, говорю, под корень поливать или на листья? Она говорит, листья все равно скоро сгниют, можно поливать так. Ну, короче, поливаю. Надеюсь, ничего страшного. И сейчас у меня опилки есть. Сейчас опилками. А я вообще включила? Включила? А, Вера, а что с цветами мне делать? Вот мне надо... Знаешь, что давай сделаем мы с тобой? Я еще не так уже молодец, ладно. Ради подруги пойду на жертву. Тогда ты все лет ради меня жертвовал. Это, что хотела сказать? Давай вот это вот с клубникой сделаем и цветы пересадим. Дай перчатку. Сейчас найду. Арсений просто их куда-то дел. А, пойди в дом, зайди. Где увидишь? Ну, мне кажется, где-то я их видела сегодня. В первой комнате. В кухне. Ой. Так, вот думаю, что лучше сделать. Кабачки убрать или с клубникой. Я, конечно, вот на этой вот грядке, которая с петрушкой была, девчонки, я задолбалась на самом деле. Почему? Потому что там корни-то большие. Вера говорит, она многолетняя. Я говорю, мне не нужно столько петрушки. Мне вот укропа много можно было бы. Но я его прозевала. А петрушки много не нужно. Я лучше на следующий год посажу чуть-чуть, пусть растет, и я ее обрежу потом, и все. Чем... У меня раньше вот здесь было много петрушки. Прямо много-много. Даже до сих пор вон там он есть. Да, вот. Ну, мы ее косили, естественно. Так, девочки, припилочки.
Сейчас подумаю, что лучше сделать. Ой. Вера сейчас читала комментарии ваши про сапоги. Типа Рокси. Ну, чтобы не съела, спрячь сапоги. Ну, понятно, что она их спрятала. Кстати, вот у меня здесь на пеленочке. Вот сколько петрушки. Надо будет ее перебрать и поставить. Или пеленку намочить. Сейчас подумаю, решу, что сделать. Say why you're stranger now. Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Девочки, помните, что здесь было? На самом деле я задолбалась с грядкой, которая посередине второй ряд, это где петрушка росла, просто, я просто задолбалась, это мягко сказать. И с грядкой, где клубника, вот эти усы, я вас не слушала, не то, что не слушала, девочки, на ошибках учатся. Ну, кто-то их не совершает, это сильно умные, а кто-то учится на своих ошибках. Я обрезала усы. Раза три, наверное, вот за лето, да? Но я не понимала вообще, блин, что может быть? А они все вот в эту землю вросли. Я, короче, задолбалась, девочки. И вот что стало. Вот такая красота. Ну, правда, там не до конца. Ну, девочки, нет, я уже и не осилю, и Вера, ну, как бы она не обижается. И вот она мне помогла, чтобы я побыстрее закончила. По идее, да, осилила бы. Ну, что там, кабачки, они просто объемные. Вот, девочки, я только что перчатки сняла, понимаете?
они объемные. Ну, там несложно все это дело убрать, поэтому я оставлю на субботу. Вот, и жасмин с малиной тоже на субботу. И цветами. Вера сказала, мне поможет цветы пересадить. Ну, потому что она, видите, она одна, мне как бы... Я ее понимаю. Женя далеко, Женя тоже бесится, что она одна, в общем, он ей все названивает. В общем, вот такая вот красота стала. И, девчонки, я просекла, короче, тему. Вот помните, у меня здесь помидоры были? Я их мульчировала. Девочки, там травы вообще практически не было. Ну, это уж под конец, когда я их вообще не касалась тогда. А так вообще не было. Поэтому я буду мульчировать. А, там, ну, короче, девочки, все будет хорошо. Я просекла. Я просто огородом до этого, ну, занималась в детстве. И особо ничего не помню. И мульчирования никакого не было. И стояли все кверх попой. Я этого не хочу, поэтому... Ну, я для себя выводы сделала. Усы буду обрезать. Это я поняла теперь. Если они нужны, значит, ну, чтобы посадить. А вон там, кстати, я специально... Так, что такое? Оставила... Ну, ничего не росло здесь. Видите, оно замульчировано было вот этой тканью, да? И нормально. В общем, опилочки я еще насыплю. Я знаю, что клубника любит. По крайней мере, когда мы покупали этот участок, здесь... Ну, вот так грядка с клубникой была, и она была вся в опилках. И нормально клубника была, правда, старая уже. Ну, в общем, короче говоря, вот так. Девочки, я задолбалась вот это вот все чистить. Это просто была жесть. Вера мне здесь, спасибо ей, помогла, обчекрыжила все, поворовала. Но поворовала она не так, как я бы поворовала. Потому что, ну, я вырываю по-другому. Ну, я изнутри прям глубоко. Понятно, что это не все, но в любом случае, спасибо ей большое. Так, здесь у меня редиска осталась. Вот пусть еще до выходных. Я сорвала сейчас кое-что. Вот возьму. Лук зеленый весь сорвала. И хватит. Так что вот так что. Ну, в общем, девчонки, хоть глаз радуется мой. Я думаю, многих из вас тоже. Ну, понятно, что я делаю для себя, да. Но все равно приятно же смотреть, правильно? Так что вот так что. Мне нравится. Девочки, вышла к Вере. Надела свою парадно-выходную куртку. Ноги совсем не идут, и я иду с цветами, с букетиком. А еще я его несу в вазе. А почему в вазе? Она мне кричала, что это ее ваза. Я ей утверждала, что это моя ваза. Она говорит, нет, это моя ваза. Ну, вот где они с Витей жили, да, из этого дома. Я говорю, да с чего вдруг? Ну, может быть, но мне почему-то кажется, что это вот ваза вообще вот хозяев. Здравствуйте. Хозяев, которые, ну, кого мы покупали эту дачу. И, короче, получается, а с другой стороны, мне кажется, что то ли на Арсения день рождения она приносила ее. Короче, девчонки, не помню, не суть.